Жители свыше 200 сел в Северо-Казахстанской области испытывают трудности с доступом к качественной питьевой воде. Тысячи людей все еще пользуются колодцами либо скважинами. Проблему с водоснабжением в регионе обещают решить. Там реализуют свыше 30 проектов. Их общая стоимость 18 миллиардов тенге. Когда наболевшие вопрос планируют полностью снять с повестки, узнавала Нургуль Ахметова. Вот такой напор. Людмила Марисова уже 10 лет живет в селе Якорь, что в 20 километрах от Петропавловска. Но лишь на днях у нее появилась возможность полноценно использовать воду, не переживая, что ее отключат. Долгие годы в поселке была проблема с водоснабжением. Питьевую воду в магазинах покупали, пятилитрушки вот эти вот. А такую воду мы, значит, это привозили из города на полив. Ну и мало садили, конечно, меньше, потому что поливать нечем было абсолютно. Ну вот жили вот так. В прошлом году нам начали делать вот водопровод. Водопровод в Якоре был изношен процентов на 80. Из-за частых аварий и слабого напора местные жители были вынуждены сутками сидеть без воды, особенно летом. А здесь больше 700 дворов. После многочисленных жалоб в селе провели реконструкцию сетей водоснабжения. Бюджет республиканский, выделены более 460 миллионов тенге. Подрядчик на сегодняшний день 100% закончил укладку разводящей сети. Это составляет порядка 13 километров. Установлено 156 колодцев. Охват населения села составляет более 2000 человек. В целом по области централизованное водоснабжение еще отсутствует в 220 селах. Жители 12 населенных пунктов пользуются привозной водой. В регионе начали реализацию 37 проектов, чтобы как можно больше людей получили доступ к качественной питьевой воде. Выделено уже 18 миллиардов тенге на 41 населенный пункт, где проживает порядка 37 тысяч человек. В рамках проводимой работы будет модернизировано 250 километров сетей водоснабжения и водоотведения. По итогам проводимой работы появится возможность подключения порядка 2000 домов. Полностью же решить проблему с водоснабжением в регионе власти намерены до конца 2025 года. Нургуль Ахметова, Комиш Казбеков, Северо-Казахстанская область, Хабар-24.